Незадолго до Рождества Христова в небольшом галилейском городе Назарете жили благочестивые супруги Иоаким и Анна. Иоаким происходил из рода царя Давида, Анна – из рода первосвященника Аарона. Жизнь их была святая и богоугодная. Время проводили они большую частью в молитве и милосердии к ближним, и потому наслаждались душевным покоем. Одно только было у них горе. 50 лет прожили они в супружестве и не имели детей. А у евреев считалось великим несчастьем и наказанием Божиим, когда у кого-либо не было детей. Иоаким и Анна, несмотря на свою благочестивую жизнь, часто получали оскорбления от людей только потому, что они были бездетны. Они об этом очень горевали, тайно молили Бога дать им дитя, но, покоряясь воле Божией, смиренно несли свою участь. Однажды пришел Иоаким в Иерусалим, чтобы по обычаю принести Богу жертву. Но священник сказал ему: «Ты недостоин приносить Богу жертвы. Ты, вероятно, тяжкий грешник, если Господь до сих пор не наградил тебя детьми». На этот раз этот упрек так поразил праведного Иоакима, что он даже не захотел вернуться домой, а удалился к своим стадам в горы и там со слезами предался молитве к Богу. Анна, узнав о том, что случилось с ее мужем, тоже предалась сильной печали, тем более что считала себя виновницей наказания Божия. Все 40 дней, пока отсутствовал ее муж, она не осушала слез и горячо молилась Богу, чтобы Господь снял с нее поношение от людей. В таком молитвенном настроении однажды вышла она в свой сад и, поднявши взор к небу, увидела на дереве гнездо с птенчиками. «Горе мне одинокой, отвергнутой Богом», — подумала она. «Все в природе рождает, воспитывает, все утешаются детьми, лишь я одна не знаю этого счастья. Все на земле приносит плод свой Богу. Если бы у меня был ребенок, я тоже посвятила бы его Богу». Не успела она так подумать, как перед ней предстал ангел и сказал: «Анна, твоя молитва услышана Господом. У тебя скоро родится дочь. Через нее дано будет спасение всему миру, и назовешь ты ее Марией». С восторженной благодарностью приняв эту весть от ангела, Анна поспешила в храм Иерусалимский, чтобы принести Богу жертву. Ангел же Господень после благовестия Анне явился праведному Иоакиму и сказал: «Бог принял молитву твою и являет тебе свою милость. Жена твоя скоро родит дочь Марию, и о рождении ее возрадуется вся земля. И вот тебе знамение. Иди к храму Иерусалимскому, и там, у золотых ворот, встретишь жену свою, которой возвещено то же, что и тебе». Иоаким поспешил в Иерусалим и действительно на указанном месте нашел свою жену. Здесь они передали друг другу о явлении им ангела, сейчас же пошли в храм и с глубочайшим смирением и благодарностью принесли Богу жертву. Вернувшись домой, они с полной уверенностью ждали исполнения обещанной от Бога милости. По прошествии некоторого времени у Анны родилась дочь. Это была Пречистая Дева Мария.